Добрый день. Забыла рассказать про покров, что на него смотрят, какая будет зима. У нас вообще на зиму много указателей. Но когда зима, снег начинается рано, это вообще говорит о холодной зиме. В этом году она рано. Я смотрю, снег везде. Ну, он, конечно, стает, это осень, но тем не менее. Так вот, ветер в покров определяет, какая будет зима, работает довольно точно. Если ветер южный, зима теплая. Западная довольно теплая и снежная или дождливая, у кого как по климату. Северный ветер самая холодная, восточный холодная, но не такая, как при северном. Если он двойной, например, северо-восточный, то это очень холодно. Если северо-западный, значит, снег будет смягчать или осадки. Если она все ветра будет, в общем-то, холодная, но меняющаяся. Я смотрела во многих регионах, все 4 ветра было сегодня, что указывает на переменчивую зиму. А вообще у нас много желудей и каштана было, это говорит об очень холодной зиме. Много рябины, калины и, сейчас вспомню, скажу это название, боярышника. Это говорит, что зима наоборот будет теплая. Вот похоже, что она будет переменчивая. Очень и те приметы. Но при каштане много, это очень холодно. Так что можете посмотреть ретро-прогноз, какая у вас была зима, и узнать, какая же она будет на самом деле в вашем регионе. Но покров очень точно указывает. Много лет проверяла, это старинные приметы. Много лет проверяла, работает.